Добро пожаловать или с возвращением на мой канал. Эта управляемая медитация предназначена для раскрытия потока любви, чтобы усилить вибрации любви в вашей жизни, чтобы любить и быть любимыми. Я приглашаю вас повторять эту короткую, но очень сильную медитацию на протяжении хотя бы одной недели, и вы увидите, что каждый день будет меняться. Изменится то, что вы чувствуете внутри, изменится то, что вы ощущаете снаружи. С каждым днем ваш внутренний поток энергии любви будет усиливаться. Все потому, что вы подключаетесь к энергетическому полю с более высокими вибрациями, который является безграничным источником любви. Итак, начнем. Присядьте, как вам удобно. Закройте глаза, расслабьтесь и наслаждайтесь этим моментом медитации. Это время, чтобы погрузиться в себя и подключиться к бесконечным возможностям Вселенной. Расслабьте все мышцы вашего тела. Отпустите все мысли. Сделайте глубокий вдох и медленно выдохните. Переведите внимание в ваше дыхание. Наблюдайте, как воздух входит и как воздух выходит из тела. Обратите внимание, как ваше тело любит дышать. Ему нравится этот процесс. Дыхание происходит само собой. Ваше дыхание легкое и спокойное. Сейчас представьте себе любимых людей, которым вы чувствуете безусловную любовь. Скажите, как вы их любите? Откройте ваше сердце и позвольте течь вашей любви к этим людям. И представьте, как их сердца тоже открываются, и они посылают вам чистую, безусловную любовь. Их мысли выражают: «Я тебя люблю. Я очень тебя люблю». Вы любите, и вы любимы. Сейчас переведите внимание в сердце и представьте его как прекрасный сосуд. Представьте, как с каждым вдохом этот сосуд наполняется энергией любви, и с каждым выдохом любовь распространяется вокруг вас. Сделайте глубокий вдох, который полностью заполняет все ваши легкие. Ощутите, как каждая клетка вашего тела заполняется любовью. Ощутите, как энергия любви вибрирует в вашем теле. Вы делаете медленный выдох и дарите любовь всему окружающему пространству. Продолжайте глубоко дышать. Можете представить, как при вдохе ослепительный свет освещает вас изнутри, и на выдохе вы излучаете это сияние, распространяя любовь
окружающее пространство. Представьте, что все клетки вашего тела представляют из себя крошечные частицы любви. Вы есть любовь, и вас окружает любовь. Ощутите легкость и полноту чувства. Все ваше существо есть любовь. Наполните этой любовью то место, в котором вы находитесь. Представьте, как все пространство вокруг вас заполняется энергией любви. Ощутите любовь, которая окружает вас вокруг. Представьте, как любовь заполняет все улицы, каждый дом вашей местности. Все люди получают любовь. Вы дышите, и любовь распространяется на всю местность, в которой вы находитесь. Она растет с неимоверной скоростью и охватывает все континенты, океаны, охватывает всю планету. Представьте, как вся Земля окружена любовью. Хорошо, теперь снова переведите внимание в ваше сердце. И сейчас начните визуализировать, как вы привлекаете любовь. Вы привлекаете любовь, которую вы желаете испытать в своей жизни. Представьте, как вы получаете любовь. Откройтесь. И примите эту любовь. Позвольте любви свободно течь в вашей жизни. Сейчас ваши намерения очень сильны, и Вселенная готова принять все ваши желания. Вселенная — это безграничный океан любви. Позвольте ей убаюкивать вас в этом океане любви. Представьте, как вы хотите себя чувствовать, в то время как вы получаете эту любовь. Как вы ощущаете себя, какое у вас настроение, какие эмоции вас охватывают, когда вы принимаете желаемую любовь. Подумайте, помечтайте. Какую любовь вы хотите привлечь в свою жизнь? Прямо сейчас вы привлекаете всю любовь, которую желаете. Вы дарите любовь и получаете любовь. Ощутите, как любовь заполняет все уровни вашего существа, заполняет всю вашу жизнь. Сейчас подумайте об источнике, в основе которого присутствует абсолютная, безграничная любовь.
Это может быть Бог, вселенский разум, осознанность или что-то другое. Представьте то, что вам ближе и комфортнее. Сделайте вдох и представьте, как через дыхание любовь этого источника входит в вас. В этот момент, здесь и сейчас, осознайте, что вы живете. Прямо сейчас ваше тело наполнено жизненной энергией. Ваше тело и жизнь, которая в нем течет, это результат творения этого источника любви. Осознайте и ощутите благодарность за этот прекрасный дар переживания опыта жизни в вашем теле. Ощутите, как благодарность заполняет ваше сердце. И отправьте мысль благодарности этому источнику. Скажите «благодарю». Подумайте, если этот источник есть любовь, если вы есть результат творения этого источника, значит вы в вашей основе есть любовь. И вы есть целостная, неотъемлемая часть источника любви. И теперь скажите, я есть творение источника любви. Я чувствую источник любви. Я чувствую любовь. Источник есть любовь. Я есть любовь. И я источник любви. Я дарю и принимаю любовь. Вы есть чистая любовь. Как источник это любовь, вы тоже есть любовь. Ощутите, как вам сейчас хорошо. Ощутите, как сейчас все прекрасно. Ощутите, что у вас прямо сейчас нет никаких желаний. Нет ничего, чего бы вам не хватало сейчас. Вы целостны в этой божественной, безграничной любви. Вам ничего не хочется, потому что сейчас все хорошо, все идеально. Перед этим вам хотелось что-то, и у вас были желания. И нет ничего плохого иметь желание или хотеть чего-то. Но сейчас у вас нет никаких желаний, потому что сейчас все прекрасно. Ощутите, как сейчас все идеально. Вы установили связь с безграничным источником любви, где все есть любовь, где все идеально и гармонично. Нет никаких ограничений. Ваша любовь безгранична. Вы ощущаете любовь. Вы есть любовь. Все идеально. Ощущаете эту безграничную любовь. Ощущаете эту красоту чистой любви. Она пульсирует
вибрирует в каждой клетке вашего тела. Побудьте некоторое время в этом состоянии целостности, в состоянии чистой любви. Вас окружает абсолютная любовь. Распространите эту энергию любви во всех направлениях, во всю вашу жизнь. Эта любовь исходит из вашего сердца и распространяется во всю Вселенную. Здесь и сейчас вы чувствуете себя прекрасно. Вы целостны. Вы ощущаете связь с вашей душой, с Божественным Источником, и эта связь есть любовь. Сейчас сделайте глубокий вдох и на выдохе вернитесь в момент здесь и сейчас. Ощутите ваши руки, ноги, ощутите все ваше тело и можете медленно открыть глаза. Улыбнитесь и поблагодарите этот новый день вашей жизни. Вы живете здесь, в этом человеческом воплощении, чтобы полностью прожить прекрасный опыт любви, чтобы любить и быть любимыми. Я благодарю вас, что прослушали эту медитацию. Надеюсь, она вам понравилась. Можете написать комментарий и поделиться ею с тем, кому вы считаете нужным. Я вас всех люблю. Желаю вам всего хорошего. Спасибо, Бог, и до новых встреч.